Всем доброе утро. Сегодня с утра воскресенье. Пришлось ехать на работу, так как в выходные отдыхают только люди, а мы сотрудники. Но ролик не об этом. Мой Джимик преподнес очередной сюрприз. У нас пропала подсветка кнопок блока управления раздаткой и перестала работать подсветка на аварийке. Ну, сейчас день не особо видно, но хотя вот сейчас вот могу показать. Вот. Подсветка обогрева сидений. Вот она загорается. Ну, а кнопки, соответственно. Ну, ночью хорошо это видно. Перегорание одновременно всех ламп маловероятно. Дело в чем-то другом. Сейчас, ну, сейчас нет, но после работы будем искать схему электрических соединений. Ну и по ней примерно вычислять причины этого. Ну, если у кого есть, и кто сейчас посмотрит этот ролик, как бы буду очень признателен, если скинете ссылку или покажете, где можно будет посмотреть схему электрических соединений на рестайлинговый джим 2011 года. Свою книгу уже давно не доставал, просто не знаю, где сейчас ее искать. Если не найду, найду свою книгу. Будем по ней смотреть. Так, ну все, пойдем трудиться.